Привет! Здорово! Сегодня мы в очередной раз опять идем в Магнум. Мы, как правило, не загадываем, что именно мы вам будем рассказывать, но обязательно что-нибудь интересное найдем. Подписывайтесь и поехали! Сегодня мы хотим провести такой эксперимент. В общем, мы посмотрим, соответствуют ли ценники, которые крепят на витрины, тому, что нам пробивают на кассе. Обращали внимание, как расположены продукты на витринах? С самого начала идут самые дорогие, потом самый узнаваемый бренд, потом бренд, который должен вытягивать... Вот Nescafe вытягивает Якобс. И пошло дальше. И середина самая продающая область получается. Потому что человек пришел за кофе, думает Nescafe, и идет, думает, то есть у него в голове уже предрасположенность к кофе. И вот он покупает потом. Самые высокомаржинальные продукты всегда в центральной секции ряда всего. Еще один прикол того, как нашим сознанием кассиршу зовут на рабочее место. Так вот, еще одна вещь, которым наше сознание управляет, продавцы, расположение фотографий детей на продуктах. Это подсознательно ассоциирует, ну, так дети же это умиляют. И вот, собственно, на детских продуктах чаще всего и детские фотографии. Или, например, вот. Да, зверюшки такие миленькие. Тоже. Зайчики пушистые. То есть мы на них смотрим, у нас никакого негатива нет. Поэтому, собственно говоря, этим и пользуются производители и маркетологи. Конфетный ряд, и опять у нас самые узнаваемые бренды идут, самые первые вот от входа получается. Это Рафаэлло и Мерси. Илья говорит, что я прикопалась к ванилину. Мерси произведено в Германии. Кстати, знаете, да, что Мерси — это чисто германские конфеты, которые к нам импортируют. У нас производства нет. Вот. И здесь состав можно увидеть. Экстракт ванили. То есть ваниль — это натуральный продукт. А вот, например, Яшкино мы взяли. Здесь уже ароматизатор ванили на. То есть здесь. Но здесь ваниль. Химия, а вот здесь натуральная ваниль, экстракты. Неизвестно, какой, конечно, процент, но она там есть. Натуральная ваниль. Кстати, в наших казахстанских шоколадках вот таких тоже экстракт натуральной ванили. Здесь нету ванилина химического. Ну, конечно, не обошлось без всяких там эмульгаторов лецитина и прочего. Но, тем не менее. В прошлый раз я повелась на цену. Цена 865, ну как бы это дешевое. Для оливкового масла это дешево. Да, казалось бы, почему? Почему? То есть я не посмотрела состав, посмотрела цена, написано оливковое масло, все хорошо. Зря ты не смотрела состав. А вот буквально домой пришла и посмотрела, а оказывается здесь 51% подсолнечного масла и... Нет, 49% подсолнечного и масла. 51% оливковое масло. То есть пополам. Короче, смешанное, а написано получилось. Оливковое. Вот так и дурят. Нас обманули. Да. А мы повелись. 1600 тенге. Тоже бутылка 250 мл, как и в предыдущем. Но только здесь уже 80% оливкового масла и 20% растительного. Ну и стеклянная бутылка. Цена соответствует. Самое дорогое 250 миллилитров оливковое масло, которое полностью масло оливковое, не рафинированное. То есть здесь никакого подсолнечного масла нет. Ну так, ну, и стоит она такая. 1879 за 250 миллилитров против 865. Нет, к сожалению. У нас карточки, мы уже не пользуемся. Да. Эти карточки будем говорить. Все на карточках. Заколебали меня эти люди. Тараканы ходят же. Какие? Ну, пусть типа кузетка. Охранник. Да, сейчас я тебе. Что ты мне сделаешь, у меня корка нам.
Фига себе. У меня корка нифига, блин. Обращайте внимание на пачки кашек в пакетах. Смотрите, 6 порций, а здесь аж 8 порций. По 4 пакета на самом деле, по 125 грамм и весом 500 грамм. А вот в этом всего 400 грамм. И 6 и так, пакетов. И 6 пакетов. Нет, тут пакетов вообще непонятно сколько. Просто 6 порций по и 400 грамм. Ну и так во всех кашках, то есть налицо опять обман в таре и так далее. Не то чтобы обман, никто никого не обманывает, все написано, читайте, смотрите. Да, потому что мы платим за то, что пакетики, и это удобно. Ну, вот, вот, тоже не удивлюсь. 5 пакетов и вес 400 грамм. 5 пакетов по 80 грамм. 400 грамм стоит 389 тенге, а так сколько стоит рис? А развес рис? Вот такой возьми, Минстраль, который рис. А, вот это, да, давай. Вот 649. Сколько там? Да. Там килограмм должен быть. Нет, это, ну не будет килограмма. А, 900. Пачка, 900. Ну, получается, вот нет, невыгодно покупать. Кокос. Колумбийский. Товарищи, вот вас это не напрягает? Вот гора вот этого и куча ценников. Какой из них где? Как это вообще искать тут? Кто-нибудь понимает вообще, как в этом разбираться? Потому что надо взять, посмотреть название. Ага, богатырь. Тут вот этого ищем. Богатыря может быть валом. А теперь ищем, да, сколько? Вот богатырь, вот оно, наверное, это оно. Нет, нет. А, кстати, вот богатырь. 0,99, вот где? Здесь штрих-код. В конце 0,99, вот так. А, и вот тут 0. В общем, смотрите штрих-код на товаре и сравнивайте его со штрих-кодом на ценнике. Тогда найдете. Вот есть сырный продукт и сыр, также есть кефир и кефирный продукт. То есть вот это не настоящий кефир, а вот это кефир. Причем цена одинаковая и на то, и на то. Все, мы купили все, что нам надо, согласно списку. Сейчас пойдем на кассу, посмотрим, сколько там у нас получится. Мы все купили. Сейчас приедем домой, покажем, что же мы там накупили. Да, потому что мне иногда задают вопрос, а что ты не снимаешь то, что вы взяли, собственно. Вы вот советуете все, а не показываете, что же там надо брать, так сказать, народный этот контроль. Не проводишь. Ну, вот покажем. Грузи давай, грузи. Давай, до встречи дома. Наши небольшие, на мой взгляд, покупки. Мы покупаем на одну неделю. Почему-то нам так проще. Купили мы, значит, молоко. Обычно мы покупали молоко, которое сделано в Сибири. Сегодня нам попалось нам молоко, сделанное в Бишкеке. Это в соседней республике. Также из новинок мы купили кефир. Ну, не знаю, правда это или неправда, но пишут, что обогащен йодом. Творог, масло, йогурты, хлеб, что еще, яйца. Понравилась нам вот такая фунчоза, ну, то есть стеклянная лапша из зеленых бобов. Тут мы оценили, что еще, вся продукция Рахат у нас, можно сказать, представлена. Конфеты, сушки, печеньки, шоколад и мармелад. Так. Химия, тут всякие зубная паста, мыло. Вот такое мыло, кстати, рекомендуем. Так, что, кофе еще мы взяли, пищевой мак, крупы мы покупаем обычно так. У меня есть вот такие баночки, то есть я знаю, здесь у меня рис, здесь у меня пшеничная каша, то есть заканчивается, и я все это докупаю. Рис не купила, потому что у меня еще есть внизу заначки. Что еще? А, вот купили курут, но почему-то у нас в Казахстане называют не курут, а курт. А это
Бишкекский. Бишкекский. Ну, попробуем тоже. На пробу взяли. В общем, наш ценник получился на 11 745 тенге. С нашими подсчетами разница 50 тенге. Мы так с Ильей примерно посчитали, если в день даже ходят 1000 человек в Магнум, из каждого по 50 тенге, то сколько это будет в плюсе магазина? Вообще в ролик куда-нибудь вот сюда вот ставим. 50 тысяч тенге это будет? Нет. А сколько? 1000 умножить на 50. Короче, вот такие вот дела. А еще, кстати, мы покупаем воду, мы не пользуемся никакими там диспенсерами и прочими фильтрами, мы просто покупаем вот такую баклажку 6 литров и воду с газами. Почему-то у нас сынок любит воду с газами. Самая дешевая туалетная бумага, потому что зачем тратить большие деньги на такие тонкости. В общем, все. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.